Секунды до катастрофы. Авиакатастрофа в Амстердаме. Европа. Голландия. Амстердам. В 15 километрах от центра города находится Схипхол. Один из самых оживленных аэропортов в мире. Ежедневно здесь взлетает или садится более 600 самолетов. Воскресенье, 4 октября 1992 года. 2 часа 40 минут. Авиалюбитель снял на видеокамеру израильский грузовой самолет Эль-Аль-747, прибывший из Нью-Йорка. Перед полетом в Тель-Авив, в Израиль, в качестве рейса Эль-Аль-1862, самолет загрузят и дозаправят. 3 часа. Началась погрузка под руководством управляющего авиакомпании Эль-Аль Джерри Платтенберга. Сегодняшний груз состоит из потребительских товаров, но некоторые коробки помечены как опасный груз. Джерри прекрасно знает, что внутри этих коробок. За свою работу в Эль-Аль он повидал огромное количество военной техники. Вертолеты «Апач», радиолокаторы, самолетные крылья, двигатели для самолетов F-16, F-15. Все это оружие поставляют израильские вооруженные силы, которые вовлечены в 45-летний конфликт с палестинскими боевиками. Обострившиеся отношения сделали Эль-Аль основной мишенью арабских террористов. 7 лет назад открытый террористами огонь по очередям на регистрацию на рейсы Эль-Аль в Риме и Вене унесли жизни 19 человек. Авиакомпания находится в постоянной боевой готовности к дальнейшим атакам. Вооруженная охрана отслеживает все самолеты и персонал. А перед погрузкой весь груз проходит барокамеру для обнаружения бомб, положенных террористами. 5.20. Самолет рейса 1862 прошел проверку на безопасность. Теперь экипаж приступает к предполетной проверке. Самолету 747 13 лет, но он еще по меньшей мере 5 лет может служить до списания. За управлением самолета главный пилот, 59-летний капитан Ицхак Фукс. Как и многие пилоты Эль-Аль, Фукс, побывавший на войне ветеран израильских военно-воздушных сил. У него за спиной 25 тысяч часов лета. С Фуксом летят борт-инженер Гедалья Софер и второй пилот Арно Нахат, новичок в экипаже. Ему всего 32 года, и он летает на самолетах меньше года. Руководить взлетом самолета рейса 1862 будет опытнейший авиадиспетчер Генриетте ван Опейнен. Была прекрасная летная погода, край земли видно. Маршруты прилетающих и вылетающих из Схипхола самолетов проходят над густонаселенными районами Амстердама. Один из них — пригород Бейлмер, в 13 километрах к востоку. В самом его центре находится вытянутый жилой комплекс Груневен. В нем живет почти 2000 людей. Среди них Марлен Трейдеман, няня, и Гилермо, ее сын. Каждый день над головой пролетают самолеты. Через какое-то время привыкаешь. Через 5 дней Гилермо исполнится 17. Он обычный подросток, увлекается поп-музыкой и спортивной борьбой. Но сегодня он был с матерью в церкви. Квартира Трейдеман находится на 5-м этаже комплекса Груневен. Марлен и ее муж Стэнли родом из Суринама, бывшей голландской колонии в Южной Америке. Грациэлла, ее 14-летняя дочь, всем любимая и хорошо успевающая в школе. Всегда смеется, всегда радостная, каждому скажет доброе слово. Шесть часов. На взлетной полосе Схипхола номер 1 капитан Фукс заводит 4 двигателя Брад энд Уитни самолета 747. Он передает управление в руки молодого второго пилота, Арнона Ахада, чтобы тот набирался опыта.
Через 6 минут после взлета Эль-Аль 1862 берет курс на восток над пригородами Амстердама. Добрый вечер, мы сейчас пролетаем 6 часов 27 минут и 30 секунд. Двигатели работают на полную мощность, так как самолет должен набрать высоту 2000 метров. Все идет как по маслу. Экипаж приготовился к полету в Тель-Авив. Меньше чем через 5 часов они уже будут дома, в кругу семьи. Внезапно самолет начинает сильно трясти. Он начинает терять высоту и сильно кренится вправо. Пилот-ветеран капитан Фукс перехватывает управление. Он пытается выровнять самолет. Если это ему не удастся, самолет войдет в неуправляемый штопор. СОС! СОС! У нас авария! Через 30 секунд капитану Фуксу удалось вернуть самолет в установившийся режим полета. Борт-инженер Сафер отчаянно осматривает панели управления в поисках неполадок. Секунды спустя новая проблема. Приборы показывают, что из строя вышли оба двигателя на правом крыле. Это кошмар для любого пилота. Капитан Фукс должен срочно вернуться в Схипхол для аварийной посадки. Он говорит второму пилоту Ахаду, что ему нужна самая длинная полоса в аэропорте. Запрашиваем полосу номер 27. Авиадиспетчерская служба дала разрешение на возвращение в Схипхол. Курс 360, курс 360. Вас понял. Возвращаясь обратно в аэропорт на полосу 27, они будут пролетать над пригородом Бейлмел, где живет семья Трейдеман. Они и еще тысячи людей, находящихся на пути поврежденного самолета, совершенно не подозревают о происходящей у них над головами трагедии. Эль-Аль, рейс 1862, загруженный грузовой самолет 747, серьезно поврежден и быстро теряет высоту. Эль-Аль 1862, СОС, СОС, у нас авария. 6.30. Пожарные команды мчатся к полосе в аэропорте Схипхол, куда самолет должен прибыть менее чем через 5 минут. Самолет 747 должен сделать разворот со снижением, чтобы выйти на нужную высоту и курс для посадки на полосу 27. Выход на посадочную прямую будет проходить над жилым комплексом Груневен, где живет семья Трейдеман. Марлин и Стэнли собрались навестить своих друзей, живущих поблизости. Они сказали детям Гильермо и Грациэле, что скоро вернутся. Шесть часов 33 минуты и 35 секунд. Авиадиспетчер Хэнк Тербраке разрешает поврежденному самолету посадку на полосу 27. До полосы около 20 километров, совсем близко. 747 в двух минутах от пригорода Бейлмер. Марлен и Стэнли на полпути к дому друзей. Обычный воскресный вечер. Многие люди проводят время дома, с семьей. На улицах было очень спокойно, играли дети, люди вышли на прогулку. В этот момент, когда капитан Фукс поднял нос самолета, чтобы снизить скорость для выхода на посадку, самолет опять накренился вправо. Он выворачивает руль еще влево, но самолет почти не реагирует. Второй пилот. Ахад сообщает об этом в Схипхол. У нас проблемы с управлением. От этой новости у Тербраке мурашки по коже побежали. Он сразу связывается с коллегой Генриеттой ван Оппенен. Хэнк вкратце мне сообщил обо всем и сказал, что у него большие проблемы. 90 секунд спустя. Фукс пытается выровнять самолет, но ситуация ухудшается, и самолет начинает быстро терять высоту. Самолет всего в секундах от пригорода Бейлмер. Не подозревая надвигающейся опасности, Марлин и Стэнли приближаются к дому друзей. Подростки Гильермо и Грациэла отдыхают дома.
Четырьмя этажами выше, на другом конце дома, 31-летний Андре Босс услышал приближающийся рокот реактивных двигателей. Шум становился все громче и в конечном счете стал оглушительным. Внезапно крен увеличился до критических 90 градусов, и самолет вошел в штопор, двигаясь в сторону Бэйлмера. Поднимай тревогу, выпускай шасси. Теряем высоту, теряем высоту. Рев самолета теперь оглушительный. Андре хватает телефон и звонит аварийным службам. Секунды спустя катастрофа разразится всего в метрах от его квартиры. Я видел шасси, надвигающееся прямо на мой балкон. Марлен и Стэнли уже около дома друзей. В квартире номер 10 36-летний банковский служащий Ринос Дехан собирается ужинать. Услышав мяуканье своей кошки, он вышел на балкон. То, что он увидел, парализовало его. Прямо на его дом летел самолет. Вся моя жизнь, с детских лет до настоящего момента, промелькнула передо мной. Да, я думал, что это конец. Шесть тридцать пять и сорок две секунды. Эль-Аль-1862 врезается в шестой этаж 11-этажного жилого дома. Я услышал жуткий шум, похожий на взрыв, будто хлопнули дверью. От удара Ринос потерял сознание. Горящее авиационное топливо залило множество квартир. Грохот шел со стороны дома Марлин и Стэнли, где несколько минут назад они оставили своих детей. Родители, охваченные страхом, помчались обратно. Какая ужасная катастрофа произошла поблизости? Вдруг Гильермо и Грациэла в опасности? Грузовой самолет Эль-Аль-747, рейса 1862, врезается в шестой этаж жилого дома в Амстердаме. Шесть часов 35 минут и 47 секунд. Авиадиспетчер понял, что от самолета больше не поступает сигнала. Из диспетчерской вышки Генриетта Ван Опейнен видит почему. Столб огня и дыма свидетельствует о том, что самолет потерпел крушение. Марлен и Стэнли Трейдеман бегут к дому. Вдруг сквозь деревья они видят вздымающуюся стену огня. Стэнли говорит мне: «Марлен, это наша квартира». Я отвечаю: «Нет, не может этого быть». Он сказал: «Марлен, наши дети, наши дети». Он кричал. Стэнли оцепенел, а Марлен побежала к горящему дому. Она нашла лестницу и побежала на пятый этаж. Моя единственная мысль была: я должна найти детей, я должна найти детей. Но там, где была ее квартира, она увидела только горящую пропасть. Я не могла поверить, что моя квартира разрушена. Я стояла там и думала: нет, я, наверное, сплю. Гильермо! Грациэла! Вдруг Марлен пришло в голову, что ее дети, 16-летний Гильермо и 14-летняя Грациэла, возможно, услышали приближающийся самолет и успели спастись. Она начала их панически искать.
На 10 этаже пришел в себя банковский служащий Ринус Дехан. Шатаясь, он подошел к входной двери. К его ужасу ее заклинило. От взрывной волны сдвинулась рама, и дверь заклинила. Ринус понял. Он выжил в катастрофе. Но теперь может сгореть заживо. Из квартиры не выбраться. Даже его кот не может спрыгнуть с 10 этажа. Так-то тяжело бы. Я думал, это конец. Если мне удастся выбраться, это будет чудо. В 200 метрах квартира Андре Босса от столкновения не пострадала. Теперь он бежит к месту крушения, чтобы помочь пострадавшим. Это был огромный бушующий пожар. Из каждой квартиры вырывается огонь. Андре знал, там могут быть сотни запертых или раненых людей, и многие могут умереть до приезда пожарных. Не думая о собственной безопасности, он выламывает заклинившие двери. В некоторые квартиры невозможно было зайти. Слишком много огня. Но в некоторых ему удалось спасти людей, задыхавшихся от дыма. Ошеломленные местные жители бежали к месту катастрофы. Марлин Трейдеман отчаянно расспрашивала всех о детях. «Не видели моих детей? Гильермо, Грациэлло?» Все еще заключенный в своей квартире на 10 этаже Ринус Дехан чувствует, что температура стремительно поднимается, ведь вокруг неистовствует огонь. В квартире было уже 58 градусов по Цельсию. Пот лился с меня литрами. Ринус боится, что это последние минуты его жизни. Но он не мог ничего сделать, ему оставалось только молиться, что его спасут. Когда он уже думал, что умирает, вломились соседи. Они вытащили его из ада в самую последнюю минуту. 6:40. Прошло менее 5 минут, к месту катастрофы подъехала первая из 16 пожарных машин. Отважные местные жители, такие как Андре Босс, уже вытащили много людей из горящего дома. Теперь пожарные взяли спасательную операцию в свои руки и подступили к аду. Это кадры, снятые новостными службами. Медработники оказывают первую помощь пострадавшим. Десять минут после катастрофы. Марлин все еще ищет своих детей. Но их никто не видел. Ужасная правда начинает доходить до ее сознания. Она распрощалась с Гильермо и Грациэллой и пообещала скоро вернуться. Надежда увидеть их живыми исчезла. В тот момент я чувствовала, будто я умерла. Будто я сама умерла там. Почему это случилось? Почему мои дети умерли? Известие о катастрофе распространилось по всему миру. Около 200 человек могло погибнуть сегодня вечером в результате самой ужасной в Нидерландах авиакатастрофы. Рассвет осветил зияющую дыру в здании. Самолет уничтожил 31 квартиру на 11 этажах. По официальным данным, погибло 43 человека, в том числе капитан Фукс и его экипаж. Комитет по безопасности полетов Нидерландов срочно мобилизовал 8 следователей. В
Франц Эрхард, старейший член команды. Бывший летчик-истребитель с 20-летним опытом в расследовании авиационных происшествий. Но теперь он столкнулся со своим худшим кошмаром. Надеешься, что такое никогда не случится, но это происходит. Огромный самолет терпит крушение в центре жилого района, гибнет много людей. Что послужило причиной самой ужасной авиакатастрофы в Нидерландах? Почему 8 минут после сигнала об аварии самолет летел устойчиво, пока внезапно не спикировал в жилой дом? Сейчас, перематывая события того рокового дня и углубившись в расследование, мы можем узнать, что же действительно произошло с рейсом Эль-Аль рейса 1862. Усовершенствованное компьютерное моделирование перенесет нас туда, где не может побывать ни одна камера. В самое сердце катастрофы. Эрхард проверяет записи авиадиспетчерской службы с Схипхола. Они обнаруживают, что второй пилот, Охат, сообщил о выходе из строя обоих двигателей на правом крыле. Вышли из строя двигатели номер 3 и 4. Следователи знали, что выход из строя сразу двух двигателей – почти неслыханное явление. Команда начала подозревать наличие более зловещих причин гибели израильского самолета. Сначала мы думали, что, возможно, самолет Эль-Аль подвергся нападению террористов. Следователи боялись, что самолет рейса 1862 рухнул в результате подложенной бомбы или даже был сбит зенитной ракетой. Была еще одна загадка. Если в самолет попала ракета, почему тогда он находился в воздухе еще целых 8 минут перед тем, как потерпеть крушение? Чтобы выяснить, верна ли версия о террористах, нужно найти двигатели самолета и черные ящики, которые записывают технические данные о полете и переговоры пилотов. Но это было трудной задачей. Даже если они уцелели после крушения и тысячеградусного ада, они погребены под грудой обломков. Самолет во время столкновения разбился на такие маленькие куски, что мы не знали, с чего начать. На следующий день рано утром поисковые команды начали осматривать груды обломков. Следователи понимали, что улики быстро не найдутся. Затем неожиданное развитие событий. Отдыхавший полицейский видел, как самолет рейса 1862 набирал высоту над Амстердамом. То, что он рассказал следователям, потрясло их. У следователей не было каких-либо реальных объяснений, почему самолет Эль-Аль врезался в жилой комплекс в Амстердаме. Затем Ян Касперс, агент сыскной полиции Амстердама, рассказал им невероятную историю. В этот вечер он и его старый друг катались на яхте по озеру Гоемер в 10 километрах к востоку от Амстердама. Они стояли на якоре прямо по курсу полета Эль-Аль рейса 1862 из аэропорта Схипхол. В 6:27 они готовили ужин и вдруг внезапно услышали громкий взрыв. Касперс выбежал на палубу. В небе он увидел самолет 747. От него отделялись две какие-то точки. Сначала я подумал, что это парашюты, но когда они уже были над деревьями, я понял, что это, кажется, двигатели самолета. Пугающее открытие. Следователь по авиационным происшествиям Франц Эрхард немедленно направил к озеру Гоемер команду ныряльщиков. Нахождение двигателей может раскрыть тайну. Теперь следователям ясно, что два правых двигателя не просто сломались. Вышли из строя двигатели номер 3 и 4. Они оторвались. Так как двигатели из кабины пилотов не видны, экипаж понятия не имел о том, что произошло. Теперь перед следователями встала новая загадка. Каким образом могло одновременно оторваться два 5-тонных двигателя самолета?
Версия о запущенной террористами зенитной ракете или заложенной бомбе казалась теперь особенно привлекательной. Чтобы подтвердить эту теорию, следователям нужно было поднять двигатели со дна озера Гоймер и тщательно их исследовать. И всего через несколько часов поисков одному ныряльщику повезло. Он обнаружил какие-то крупные обломки самолета. Команда сразу определила, что это правый крайний двигатель самолета 747. Рядом с озером были найдены другие улики. Куски 10-метрового участка передней кромки того же крыла. Это первый шанс для команды выяснить причину отделения двигателей. Они срочно отправили обломки в лаборатории. Ученые проверили двигатель и куски крыла на наличие химических веществ, используемых во взрывных устройствах. Они проверили поверхность металла на характерную точечную коррозию, возникающую от осколков взрыва. Это заняло 2 дня. Анализ ничего не дал. Следователи не нашли ни следов взрывчатых веществ, ни каких-либо других объяснений отрыва двигателя. Тупик. Теперь единственный шанс для исследователей разгадать тайну – это найти внутренний двигатель самолета 747 в надежде, что он содержит разгадку. Морской флот Нидерландов присоединился к поискам внутреннего двигателя. Единственный шанс для исследователей разгадать тайну – это найти внутренний двигатель самолета 747 в надежде, что он содержит разгадку, или найти на месте крушения один из черных ящиков самолета. Было выделено 2 специализированных спасательных судна – гидролокатор и больше ныряльщиков. Но 2 дня поисковых работ не дали никаких результатов. Следователи встревожены, ведь с каждым часом от них ускользают важные улики. В воде детали могут начать ржаветь, поэтому мы хотели найти их как можно быстрее. На месте катастрофы успехи были безрадостны. Поисковые команды не могут найти следа хоть одного из столь важных черных ящиков. Усугубляет положение еще одно препятствие. Через 24 часа после катастрофы мэр Амстердама распорядился, чтобы экскаваторы и бульдозеры расчистили место крушения. Общественное давление вынуждает его как можно быстрее приступить к извлечению тел погибших. Эрхард и его команда ничего не могут сделать. Им остается только перебраться на новое местонахождение обломков. На амстердамскую свалку. Положение кажется безнадежным. Затем, через 3 дня, в своем кабинете в Амстердаме Эрхард получает звонок. Хорошие новости. Кто-то из команды нашел регистратор полетной информации самолета 747. Мы были очень счастливы. Наконец, следствие может сдвинуться с места. Этот черный ящик записывает все важнейшие технические данные о полете. В нем могут быть ключи к разгадке, но когда они вскрыли его, ужасное разочарование. Пленка регистратора повреждена в 4 местах, а данные важнейших последних 2,5 минут не поддаются расшифровке. Они отослали регистратор специалистам из Вашингтона, США. Шансов на успех мало, но это их единственная надежда. 11 дней после катастрофы. Группа следователей впала в уныние. Но когда следователи были уже практически в отчаянии, им вдруг крупно повезло. Один из ныряльщиков обнаружил наполовину погребенный под илом внутренний двигатель. На нем еще осталась арматура крепления к крылу. Эрхард и его команда были взволнованы, но насторожены. А что, если этот двигатель также не поможет следствию? Он был помятый и с выбоинами, но никаких следов попадания ракеты не было. И проведя целый ряд анализов на наличие взрывчатых веществ, они опять ничего не нашли. В расследовании наступил поворотный момент. Была исключена версия о террористической атаке как причине катастрофы. На самом деле они не нашли в двигателе какие-либо неисправности.
Но когда они обследовали капот двигателя, его наружный корпус, они сразу заметили что-то странное. В нем была вмятина со следами черной краски. Откуда она взялась? Они отослали краску на обследование. Но они еще не выяснили, почему первым оторвался внутренний двигатель. Так как на двигателе осталась вся крепежная арматура, разрыв, очевидно, произошел в месте крепления к крылу. Команда изучила систему крепления двигателей самолетов 747. Двигатель крепится к крылу в четырех точках. В каждой из них находится стальной полый болт, длиной 14 сантиметров, являющийся ломким предохранителем. Ломкие предохранители достаточно прочны, чтобы выдерживать нагрузку 5-тонного двигателя, работающего на полную мощность. Но они сконструированы так, чтобы при некоторых условиях ломаться. Если у двигателя серьезные проблемы, например, заклинивание или столкновение с птицами, то он может сильно вибрировать. Если вибрация становится слишком сильной, двигатель может оторваться, повредив крыло, что приведет к страшным последствиям. Следователям известно, что для предотвращения этого все самолеты 747 снабжены системой ограничения ущерба. Если вибрация достигает критического значения, предохранители ломаются, позволяя двигателю отсоединиться, не повредив крыла. Но никаких признаков того, что внутренний двигатель работал неисправно, не было. Поэтому команда должна рассмотреть ужасающую версию. Могли ли какие-то проблемы в системе ломких предохранителей привести к катастрофе? Команда проверила крепление внутреннего двигателя к крылу. Они сосредоточили свое внимание на левом из двух центральных креплений, несущих основную нагрузку. Недостает обоих ломких предохранителей. А на одном из креплений следователи заметили что-то интересное. Отломана верхняя часть кронштейна, держащего ломкий предохранитель. Произошло это, когда двигатель упал в озеро или раньше? Металловеды обследовали место разлома и сделали драматическое открытие. Это нетипичные для сильного столкновения признаки нагрузки. Они обнаружили, что кронштейн сломался от перегрузки. Они поняли, что это могло произойти только если ломкий предохранитель внутри сломался с одного конца. Это могло вызвать значительные нагрузки на скручивание на другом конце кронштейна, что привело бы к его поломке. Ломкие предохранители сконструированы так, чтобы ломаться с обоих концов, если нагрузка на двигатель достигает критической величины. Эрхард полагает, частичное разрушение может означать только одно – усталость металла ломкого предохранителя. Новая поразительная версия. Могла ли усталость металла ломкого предохранителя двигателя послужить причиной катастрофы? Но Эрхард понимал, что двигатель мог оторваться только если сломались оба центральных ломких предохранителя. Чтобы проверить теорию, следователи должны найти недостающий ломкий предохранитель второго центрального крепления. Шанс найти такую крошечную деталь в озере Гоймер весьма незначителен. Эрхарту остается только надеяться, что эта важная деталь оставалась в крыле, когда самолет потерпел крушение. Он выделил более 20 рабочих на поисковые работы на свалке, куда вывезли обломки самолета. Ни у кого особых надежд не было. Длина недостающего ломкого предохранителя всего 14 сантиметров, и он мог расколоться при столкновении. Искать эти важные для нас детали креплений к крылу – это как искать иголку в стоге сена. «48 часов поисковых работ ничего не дали». Затем на третий день кто-то из команды заметил кусок металла, наполовину заваленный мусором. Это была часть недостающего центрального крепления внутреннего двигателя. И внутри сохранился фрагмент ломкого предохранителя.
Следователи понимали, что это, возможно, их последний шанс раскрыть тайну крушения. Они начали исследовать деталь под электронным микроскопом, как только его привезли со свалки. И они нашли то, что искали. На стенке ломкого предохранителя была трещина глубиной в 4 мм. Материал вокруг повреждения проявлял все классические признаки усталости металла. Трещина началась вдоль технологических каналов в центральном канале полого стержня. Это был долгожданный прорыв в работе команды. Они уже знали, что причиной разрушения одного из важнейших центральных предохранителей крепления внутреннего двигателя послужила усталость металла. Теперь же у них были неопровержимые доказательства того, что второй центральный ломкий предохранитель также имел дефекты. Микроскопические трещины в ломких предохранителях с каждым полетом становились все больше и больше. 4 октября 1992 года они достигли критического размера. На высоте 2000 метров при работающих на полную мощность двигателях дефектные предохранители сломались. Но группа исследователей до сих пор не имела каких-либо объяснений, почему также отвалился внешний двигатель самолета 747. Почти невероятно, чтобы два комплекта ломких предохранителей выпали одновременно. Затем они получили результаты анализа пятен краски, найденных на капоте внутреннего двигателя. Образцы абсолютно совпадают с краской, используемой на обтекателе центрального вентилятора внутреннего двигателя. Они поняли, что этому есть только одно возможное объяснение. Внутренний двигатель работал на полную мощность во время взлета. Поэтому, когда он оторвался, он не сразу полетел вниз. Его отбросило вперед. Через доли секунды он отлетел назад и, поменяв направление движения, ударился в наружный двигатель, оторвав его от крыла. Удар также сорвал 10-метровый участок передней кромки крыла. Теперь следователи знали, какой невероятный случай стал причиной отрыва двух двигателей самолета рейса 1862. СОС! СОС! Они предупредили производителей Боинга. Те незамедлительно отдали распоряжение авиакомпаниям по всему миру, располагающим 1000 самолетами 747, проверить все ломки и предохранители и заменить дефектные. Но травмированные жители пригорода Белмер отчаянно ждут разгадки еще одной, главной тайны. Почему же самолет потерпел крушение? Самолет 747 мог лететь и на двух двигателях. Тогда почему самолет рейса 1862 внезапно стал терять высоту, не долетев всего несколько минут до аварийной посадки в аэропорте Схипхол? Следователи изучили фрагменты крыла, найденные в озере Гоймер. Конечно, эти повреждения уменьшили подъемную силу самолета. Они также поняли, что когда оторвались двигатели, были повреждены основные гидравлические системы управления. Но если эти повреждения были настолько серьезными, чтобы привести к крушению, каким образом капитан Фукс удерживал самолет в воздухе еще 8 минут? Парадокс. Затем, через 18 дней после катастрофы, они получили хорошие новости. Специалистам из США удалось извлечь информацию из поврежденного регистратора полетной информации. Технические данные, содержащиеся в регистраторе, оказались последним фрагментом головоломки. Они открыли ужасные подробности, приведшие в конце концов к падению самолета рейса 1862. Следователи знали, что усталость металла послужила причиной того, что оторвался один из двигателей самолета Аль-1862 и сбил второй двигатель. При этом также была повреждена часть передней кромки правого крыла и выведены из строя главные системы управления. СОС! СОС! У нас авария!
но эти повреждения не были настолько серьезными, чтобы незамедлительно привести к падению самолета. Почему через 8 минут после сигнала СОС самолет внезапно вошел в неуправляемый штопор? Для поиска ответа команда подключила летчика-испытателя и авиационного инженера Херта Тигхеллара. Он проанализировал тысячи технических данных регистратора полетной информации с самолета 747. После 8 месяцев тяжелой работы Тигхеллар нашел трагическую причину произошедшего с рейсом 1862. Наконец он может объяснить сложную взаимосвязь между потерей двигателей, поврежденным крылом и потерей управления. Он обнаружил, что хотя самолет все еще может лететь, как только он попытается приземлиться, крушение неизбежно. У команды не было выбора. Единственное, что они могли сделать, это упасть. Анализ полетных данных наконец раскрыл причины внезапного падения самолета Эль Аль рейса 1862 после того, как пилоты удерживали самолет в воздухе целых 8 минут. И как сотни людей на Земле оказались за секунды до катастрофы? 8 минут до катастрофы. Сломались дефектные предохранители, крепящие внутренний двигатель к крылу. Из-за этого самолет потерял не один, а два двигателя. Также был поврежден 10-метровый участок передней кромки крыла, что привело к значительному нарушению воздушного потока под крылом. Это уменьшило подъемную силу правого крыла и вызвало крен самолета вправо. Капитан Фукс также потерял две гидравлические системы, контролирующие основные стабилизирующие устройства. Ему удалось только выровнять самолет, выжав до предела оставшиеся системы управления. Как показал анализ полетных данных, причина в том, что его скорость полета была 280 узлов. Вполне высокая для возникновения достаточной подъемной силы правого крыла, чтобы удержаться в воздухе. 39 секунд до катастрофы. 5 километров до жилого дома района Белмер. Сейчас капитан Фукс поднял нос самолета, чтобы снизить скорость для посадки, не имея понятия о том, что обычная процедура будет иметь фатальный исход. Согласно полетным данным, это изменение угла привело к нарушению воздушного потока над поврежденным правым крылом. В результате происходит дальнейшая потеря подъемной силы правого крыла. Самолет опять начинает крениться. Капитан Фукс пытается выровнять самолет. Но его скорость полета упала ниже 260 узлов, еще больше уменьшив подъемную силу правого крыла. Теперь поврежденное управление уже не помогает. Проблемы с управлением. 30 секунд до катастрофы. Когда крен и потеря подъемной силы достигли критического значения, самолет весом в 338 тонн стал отвесно падать. Теряем высоту! Теряем высоту! Самолет Эль Аль рейса 1862 падал с высоты 760 метров. Микроскопические повреждения в 14-сантиметровой детали привели к смерти 43 человек. Спасатели нашли тела 16-летнего Гильермо и 14-летней Грациэлы на следующее утро после катастрофы всего в нескольких метрах от того места, где когда-то была их квартира. Медики полагают, что они умерли мгновенно. После трагедии родители детей Марлен и Стэнли переехали в другой район Амстердама. Для них невыносимо жить рядом с местом, где погибли их дети. Это нелегко потерять одного или нескольких детей, но можно черпать силы из того прекрасного времени, когда вы были вместе. Никто не отнимет у меня воспоминания об их жизнях с самого их рождения до смерти. Я знаю, что они рядом. Я чувствую их присутствие, хорошую атмосферу.
в фейна сфере. Квартиры на месте катастрофы снесли, но фундамент остался. Рядом установили постоянный мемориал погибшим. Но катастрофа имела и другие последствия. Боинг продолжает повышать прочность креплений двигателей к крылу, в том числе ломких предохранителей. Они также разработали более строгую процедуру осмотра с использованием новой ультразвуковой проверки для обнаружения признаков усталости металла. Изменения, которые были внесены после Схипхольмской аварии, сделали самолеты 747 сегодня более безопасными.